Никто из детишек никогда не задумывался, что дождик, снег, лед на реке под коньками, росинки на траве утром, волны на море – все это привычная вода, которую они каждый день пьют и в которой плещутся в ванной. Ребята, как вы думаете, что общего во всех этих загадках? О чем они все? О воде. О воде, правильно, молодец. Они все о воде. И вот сегодня тема нашего занятия будет изучение воды и ее свойств. В шестой группе детского сада «Мишутка» прошел открытый урок на тему «Вода как явление природы». Дети с удивлением открывали для себя, что вода – жидкость. Чистая, она бесцветная и не имеет запаха. В чистой воде видна даже прозрачная льдинка. Ребята отгадывали загадки, ставили эксперименты с водой. Из мультфильма они узнали, как на Земле появилась вода. И самое главное, что вода нужна каждому живому существу на свете. Практически всем растениям и деревьям. Что содержится в тучках? Вода. А как она называется, когда падает на землю? Дождь. А когда вода бывает паром? Когда они кипятят. А для чего воду кипятят? Чтобы она была теплая. А для чего теплая вода людям? Чтобы человек не заболел. Такие открытые уроки педагоги детского сада проводят регулярно. Это служит хорошим обменом опыта, новыми идеями и методиками. Это творческий продукт каждого педагога. Мы выходим на, допустим, общее какое-то коллективное дело для того, чтобы представить этот опыт, обобщить его, для того, чтобы другие педагоги на заметку себе взяли. Для детей было неожиданностью, что чистый листок бумаги содержит в секретике снежинку. Но еще больше открытий им предстоит сделать в своей жизни.